точке. О, вот здесь вот подосочка от Даррен Диаз против Ника Беллена. Не знаю, а нет, не Беллен даже. Это Усо, вот так вот. И пару ударчиков, знаете, здесь накидал, на самом деле, Усо в Дицу. Вот интересно из-за чего. Потому что готовца, получается, Диц китанул, но... Все-таки в этом бою, наверное, выигрывает Даррен Диц. Но, тем не менее, красавчик Илья Усо за то, что заступился за Кирилла Готовца. Посмотрим повторно. Видимо, там Диц тогда хитанул Готовца. Ну, я думаю, Илья Усов просто так не полез бы на Даррена Дица. Просто с ничего.